Вы не задумывались на тему, как распечатать документ на обычном принтере сразу с Android телефона или планшета, предварительно не перенося себе на компьютер? Я хочу рассказать, как это быстро настроить. Но для этого, помимо самого Android девайса, нам понадобится компьютер с выходом в интернет и подключенным к нему принтером. Все это делается сервисом «Виртуальный принтер Google» через браузер Google Chrome. Для начала запустим браузер Chrome. В открывшемся окне нажмем в правом верхнем углу кнопку «Параметры» и выберем пункт «Настройки». Далее нам нужно будет зайти в свой Google аккаунт. Для этого нужно нажать на кнопку «Войти в Chrome» и ввести там ту же электронную почту и пароль, на которую вы зарегистрировали свой девайс в Google. После входа в систему откроется окно «Дополнительные настройки синхронизации». Там нужно будет отметить галочками, что, по вашему мнению, нужно синхронизировать с учетной записью Google и нажать «Ок». Далее нужно пролистнуть страницу «Настройки» до пункта «Виртуальный принтер Google» и нажать кнопку «Настроить». В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить принтеры» и отметить те принтеры, которые хотите сделать общими для печати на всех устройствах, в которых есть ваша учетная запись Google. Итак, на этом вся настройка ПК завершена, осталось теперь настроить наш Android девайс. Сперва нужно зайти в Play Market и установить дополнение «Виртуальный принтер», после чего опустить шторку и нажать на «Сервис виртуальный принтер» для включения данной функции, нажать на виртуальную кнопку «Качельку», согласиться с предупреждением, нажав «Ок», после чего на экране должен появиться список доступных принтеров. Следующим шагом нам нужно скачать Play Market бесплатную, но функциональную программу Polaris Office. В данной программе нужно выбрать пункт «Мои документы», открыть нужный документ, справа вверху нажать на кнопку «Параметры» и выбрать пункт «Печать». Откроется окно с параметрами печати, в самом верху осталось выбрать наш принтер и нажать на кнопку «Печать».